На мобильный телефон одного из волонтеров города Мариуполя поступило смс-сообщение о том, что три объекта заминированы в городе Мариуполе. Это Обжора, Пумп и Приватбанк по улице Артема. Также в смс-сообщении была просьба сообщить об этом в полицию. После поступления сообщения данного в полицию, данное сообщение было зарегистрировано, на место направлены сотрудники полиции. Все здания были немедленно оцеплены, эвакуированы сотрудники этих заведений, а также посетители. Также были эвакуированы все жильцы, которые находятся вблизи данного здания. Но здесь мы видим Приватбанк, здесь непосредственно Приватбанк находится в жилом доме. Все жильцы эвакуированы в настоящий момент. Какая работа сейчас ведется? И по вашей оценке, сколько это будет длиться? В настоящее время уже два объекта обследовали взрывотехнической службы. В настоящее время проходит обследование. Увидели сотрудники взрывотехнической службы, которые обследуют в данный момент Приватбанк. Здесь также работает МЧС, работает газовая служба, работают сотрудники скорой медицинской помощи. Два объекта обследованы. Что-то найдено? Нет, ничего не найдено. А какие сейчас будут предприняты оперативные меры для того, чтобы выяснить, откуда приходило это сообщение? После проведения всех необходимых мероприятий будет дана правовая оценка данного сообщения, и в дальнейшем, в зависимости от этого, будут проводиться другие мероприятия.